Так получилось, что вот лично я женщин люблю больше, чем мужчин. И получается, что на протяжении всей жизни женщины в моей жизни играют гораздо более важную роль. Я люблю, честно могу это сказать, практически всех женщин, потому что вы все женщины прекрасны. Мы, мужчины, всегда уверены просто в своей неотразимости, а вам, прекрасным девушкам, всегда зачем-то нужно ее подчеркивать. Настоящая красота всегда в глазах и в улыбке. Я бы встретился со всеми своими пацанами, кого давно не видел. Мы бы пошли в баню и затусили там невероятно. А потом мы бы страдали, конечно, страдали. И женщины бы вернулись обязательно. Красивее, добрее. Они вообще лучше. Женщины лучше, чем мужчины. Это факт. Бухлишка. Я считаю, что женщин не красят волосатые ноги. А у меня сейчас такой период в жизни, что мне ничего не хочется спрашивать у женщин. Я считаю, что на данный момент я почти все знаю. Я думаю, что большинство людей на свете, и женщин в том числе, прежде всего хотят по-настоящему любимого и близкого человека рядом. Если женщина нашла такого человека, или мужчина, например, нашел такого человека, сразу все расцветает вокруг невероятными красками. Я вам желаю именно этого, дорогие дамы. Я считаю, что женщины во многом гораздо лучше и круче мужчин, поэтому я люблю вас, женщины, и я считаю, что вы все прекрасны. Я встречал на своем жизненном пути очень много девчонок, которые были невероятно красивы, талантливы и умны, но им всегда требовалось подтверждение этого. Поэтому именно для этого мы должны всегда им об этом говорить.